Утром 28 октября у многих клиентов Каспи произошли изменения на счетах. Пользователи банка заметили не только списание средств, но и пополнение. Также произошел сбой в работе приложения и банкоматов. Оплата картами, снятие наличных и пополнение счета оказались недоступными. Я свои телефоны посмотрела и смотрю, там 8 тысяч нету. Я сразу сюда подошла, они сказали, технические складки в течение дня будет, не знаю, вернет или нет. Я хотел хотя бы свои деньги снять, там немножко денег осталось. Говорит, пока нет, пока не работает. В социальных сетях пользователи Каспи также активно делились информацией об изменениях на счетах. У меня сняли 78 тысяч тенге. Когда теперь восстановите? У меня кредит в вашем банке. Пишут только те, у кого минус на карте, а те, у кого плюс, сидят тихо, хлопая ресницами. По скриптум. У меня плюс на карте. Кредит вовремя не оплатим, чья вина? Денег-то нет. Конец света. Хлеб не могу купить. Наличные надо иметь на такие случаи. Технический сбой – норма. А если свет во всем городе отключат? У меня не то, что сняли 30 тысяч, еще и минус 62 тысячи. У кого-то миллион оказался на счете под утро. Молчим и не палимся. Здравствуйте. А как не волноваться? Вы пропагандируете свой депозит, и теперь, когда все деньги до копейки у вас, все блокируется. С утра даже хлеб не можем купить. Кто за это ответит? Также в мессенджерах появилась рассылка, что на систему Каспи совершена кибератака. Однако банк данную информацию не подтвердил. К сожалению, на Каспи КИЗ технические неполадки. Оплата картами, снятие и пополнение в банкоматах, а также платежи и переводы на Каспи КИЗ временно недоступны. Мы работаем над тем, чтобы все исправить и как можно быстрее. Приносим извинения за доставленные неудобства. Надеемся на понимание. Ближе к обеду некоторые пользователи все же смогли проверить сумму на счетах. Однако пока о полном восстановлении системы говорить рано. Казахстанцам остается только ждать, когда все технические неполадки будут устранены. Кристина Кириченко, Максим Ломакин, новости Темиртау.